Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник на восточном побережье Тайваня, сообщает геологическая служба США, USGS. Подземные толчки были зафиксированы в 21 час 24 минуты по местному времени, 16 часов 24 минуты МСК, в 13 километрах к юго-западу от города Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 17,5 километра. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась. Угроза цунами не объявлялась.